Дали квест, который вышел дня 4 назад. То есть я могу просто полный стол сделать вот этих зверинцев. Давай сделаем. Валькин дед. О, Саша. Давно Саша не попадались. Так это ж полная коляска вообще. Хотя каждые 4 это долго. Еще видос скинул, говорит. Говорит, я тебе там видос в ВК скинул, говорит. Вот это кидает. Вот это кидает. Вот это. Вот это. Мне что, на другой аккаунт уходить или что? У меня тут ничего не собирается. Чутка повезло, да? Я ни разу таких столов, кстати, не собирал. Чутка повезло, да? Не бот. Нафиг ты апнулся. Мужик четвертый. Я кицу бы хотел бы себе, у меня аллергия. Я бы хотел бы себе кицу. Капец, хотел бы. А чего у них голос такой странный? Поэтому эту карту даже не копировал, потому что они даже не бафают ее. Я бы хотел собачку взять, без нее грустно. Я бы себе попуга бы реально купил. Прикинь, челик вот здесь вот летает вот здесь по балкону, челик. Попуг. Просто Туасо летает, его еще научить, говорит, что Номи это худшая карта в игре, он будет здесь сидеть. Десять хп у него. Когда это дадут? Два хода, тут два хода. О, кстати, да? Согласись, да? Согласись! Согласись! Да. Я даже байться не буду на это. Там тоже платят. В смысле тоже. В смысле тоже. Когда ты реально стример, и тебе за это могут платить, реально? Совочкой. Ну как раз под шестую карту, под призывательницу сейчас спокойненько выигрываем игру. Тут даже нет смысла сидеть даже. Как думаешь, что мне выпадет? Пыш? Пыш? Или пыш? Какой шанс, что он не выпадет? Да, братух, счет ты вообще раскис. Совсем в рассосе. Ну я даже такие проценты проигрываю. Все нормально с игрой. Все нормально, она не сломана, все так и должно быть. А, потому что у нее 4 персонажа. А у меня-то нет. Вот, пожалуйста, выбирай любую карту, какую хочешь. Ты можешь выбрать любую карту, абсолютно. Любую, буквально. Это же все сильно, это же шестые карты. Да, ошибка. Ладно. Валькин дед вылетел. Жалко. То есть он меня вынес на 3% и вылетел. Так, 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 так. Так я сильный? Может, не можешь здесь выиграть? Понятно. Мне просто одну карту надо найти, и все. Одна.
Ваши карты конца хода срабатывают еще раз. Слышал про такую карту? Тут еще и мехов нет, я не могу из них Bubble Town-то сделать. Почему я проигрываю здесь? Потому что атаки много, а билка нечестная. Я почти сгорел. Каждые 4 хода вы получаете безликого манипулятора, который копирует выбранное существо. Эти безликие манипуляторы, по-моему, в Ладере были, когда кубалоки были, да? В целом красота, но, скорее всего, я проиграю эту игру. Но я до сих пор не вылетел просто мне, потому что терпила пришла на первый ход. Если бы терпила бы не было... Мне бы не повезло, я бы не скопировал никакую ни пятую, ни шестую, я бы вылетел топ-8. То есть кому здесь больше подкрутит, тот и выиграл. Из-за скилла опять ничего не зависит. Чё-то не повезло, да? Они же не стакаются и нет смысла копировать. Гы-гы. Не стакаются 100%. Жаль. Здоровенный мужик, посмотри какой здоровый. Жаль x2. Жаль x3. Я бы вот так бы взял, не лишнее. Так, вот так. И этот получается, где-то выйдет через один где-то выйдет. Он там когда-нибудь переродится? Ее просто убили, эту карту. Ну и правильно сделали. Она имбой была. И остается у нас ультрасильный чувак. Да мне кажется, шансы должны быть. Еще есть. Беру. Хотя здесь, возможно, 5-4 надо бы взять. Наверное, 5-4 лучше возьму. 4-6 здесь не вписывается. Просто вот так вот сделаю, и все. Я его, конечно, возьму. Посмотрим, может, я его по статам смогу перебить. Хотя вряд ли. Чё там? Сколько? Это сколько? А теперь представь, что у него стоит золотой ревендер. А теперь представь, что в лобби есть звери, и на каждую карту он может кинуть перерождение. Узнали? Согласны. Я надеюсь, что это все-таки топ-1. Потому что если нет, то я расстроюсь. Возьму так, чтоб триплетик. А, это предэтап, если у меня голос... А у меня голос записывался. Я тебе клянусь. Рассказываю для Ютаба, почему не было видосов. За неделю. За 1000 игр, что я наиграл за неделю. Нет ни одной игры интересной, которую можно отправить на YouTube. За неделю. У меня, конечно, возможно, как-то может сейчас выиграть. Я надеюсь, что тут нет пиратов, поэтому он не может никак пиратов свой расставить, чтобы они сфидели. Чё там? А чё в руке? Так и ничего, он вылетел, ГГ. Победа. Честно говоря, я забыл вообще, что такое топ-1. Хотя вчера был топ-1. Но это единственный топ-1 за 6 дней. Вот это второй. Два топ-1 за 6 дней. Сколько дадут? 95? Соточка. Соточка, это приятно.